Гербник. Мелкий сокол, меньше голубя. По сравнению с копчиком, сходным с ним размерами, он более коренастый, хвост короче, крылья более короткие и острые. Обитает по всей лесотундровой, лесной или лесостепной зонам северного полушария, однако в западной и центральной Европе, за исключением Скандинавии, Исландии и Британских островов, не гнездится. Наиболее обычен в северной тайге в лесотундре. Южные изолированные подвиды встречаются спорадично редки. Зимует лишь немного южнее гнездового ареала. На юге умеренной зоны, в субтропиках, редко в тропиках. Предпочитает редколесье, опушки, окраины болот, пересеченную местность, а в степной зоне колки, лесополосы, заросшие балки, сплошных густых лесных массивов избегает. Специализированный охотник на мелких птиц, однако во многих районах грызуны составляют более половины рациона, справляется с куликами, изредка ловит летучих птиц.